Привет всем! Сегодня на канале еще одно видео, посвященное паракорду. Сегодня мы ничего плести не будем, сегодня хочу просто поговорить. Хочу ответить на вопросы, которые поступают почти после каждого видео. Все эти вопросы, они повторяются. То есть вопрос, где что взять и так далее. Примерное видео уже было на моем канале, да. Моя ошибка, наверное, была то, что я его отдельно не выделил, а совместил его с изготовлением так называемого бриллиантового узла, вот это видео. Вот. Сегодня хочу повториться, можно сказать, да, что-то новое добавить, потому что идут видео, да, появляются всякие новые приколюхи, да, и я вкратце в каждом видео что-то рассказываю, ну вот захотелось мне снять такое одно подробное, совмещенные со всех там видео кусочков ответы, да? Так, первый вопрос, как всегда, где взять паракорд, где взять комплектующий, где беру его я? Я повторюсь, я использую китайский паракорд, его в наличии в моем городе нету нигде, я заказываю его с барахолки AliExpress. Как покупать на этом сайте, да, достаточно много видео снято, забейте, посмотрите. По цене $5, 4,80, по-моему, если не ошибаюсь, это паракорд. Также с AliExpress я заказываю фастексы, всевозможные цветные, вот такие вот, которые под руку, да, помните, 5,8 дюйма, которые вот такие со свистком, 1,5 дюйма, по-моему, если не ошибаюсь. По ценнику в рублях рублей 20, рублей 15. Также с AliExpress я заказываю вот такие вот всевозможные приколюхи-бочонки, да, для темляков. Такой вот черепок, посмотрите. Тоже на видео, по-моему, уже показывал, рассказывал о нем. Также с AliExpress я заказывал вот такой вот компас, да. Смотрите, вот он крепится на браслет. Так, выглядит это примерно вот так вот. Видите, да? То есть здесь на браслете есть компас, который нам может указать, где север, где юг, где запад, где восток. По цене, по-моему, рублей 10. Но покупать, по-моему, минимум штук 20, что ли, 25, я не помню точно. Эти тоже стоят рублей по 10-15, по-моему, но тоже заказывать надо там минимум штук 25. Это что касаемо заказа с Китая и заказывать с Алиэкспресса. Также в наличии паракорд в городах России, да, и, по-моему, Казахстана можно встретить такой магазин, который называется «Сплав». Магазин туристического снаряжения, да, и также там армейский камуфляж подается. Там бывает в наличии паракорд, цена от 200 до 500 рублей, ну, грубо говоря, от $5 вверх. Но в наличии бывает очень мало цветов, бывает, также у них, по-моему, готовые браслеты продаются, да, какие-то, но тоже очень мало. И я очень редко встречал, но бывает, в наличии там бывает. Также про фастексы. Фастексы в наличии в магазинах бывают, где продается швейная фурнитура. Всевозможные, там, не знаю, там как ателье, при ателье есть магазинчики, да. Вот такие вот тоже рублей 20 стоят, но они, если честно, вообще полный отстой на самом деле. Мне они вообще не нравятся. Я вот пользуюсь вот этими, очень удобные. Под руку сделаны, еще поменьше они. Вообще нормально. Так. Значит, про сплав еще. Сплавы, фурнитуры. Хоть и на сайте представлен, что есть фастексы, что можно заказать, но в наличии я фастексы вообще никогда не встречал. Ну, то есть нормальные вот такие вот, да? А сплаву привет. Реклама не проплачена. Вот. Так. Следующий вопрос, сейчас встречающийся, что такое, где взять вот эту вещь. Это называется станок.
Почти в каждом видео я ссылаюсь на ссылочку, да. Этот станок я изготовил сам. Еще раз, вот ссылка, посмотрите, я там подробно объясняю, как он делается. Видео нету, как именно он делается, но есть подробное объяснение. Также можно купить подобный станок, я видел на eBay, если забить Paracord Jig, по-моему. Забить в поисковике, ну что-то вам выскочит. Так, дальше поговорим о игле. Про иглу тоже говорил уже не раз, но повторюсь, эта игла помогает тоже в плетении браслетов. Значит, в наличии. Я такую иглу нигде в наличии не видел. Видел, такую иглу продавали на интернете. То есть на интернете, в интернете продавались, на каком-то сайте. Две таких иглы длиной 7 сантиметров. Цена была за две иглы 250 рублей. Ну, с доставкой, я думаю, рублей 500 она выстрелит в итоге. Ну, две иглы. То есть каждая игла по 250 вам станет с доставочкой. Где я взял? Я их сделал сам. Сделал я их из вот такой вот спицы. Тоже в швейных, где швейные аксессуары, швейная фурнитура, да. Игла для вязания шерстяных носков. Просто отпили пополам, получилось две иголочки. Продаются они пачкой, то есть не по одной, а в пачке. В пачке было, по-моему, 6 штук, и обошлось мне это в 60 рублей. То есть мне вот эта иголочка одна обошлась в 10 рублей, соответственно, две иголочки таких получились мне по 5 рублей. Ну, дальше сами считайте, как выгоднее. Так, об этом тоже поговорили, про иголочку, да? Дальше, вопрос был такой, можно ли у меня купить готовый браслет? В принципе, купить браслет у меня готовый можно. Вся проблема в том, то, что доставка не такая уж и дешевая. То есть, грубо говоря, вот у меня заказывали, попросили посчитать, сколько это будет стоить в Украину. Или на Украину, да, опять же, вопрос. В общем, доставка была в 4 раза дороже, чем стоимость браслета. Вот. То есть, если вы живете в России, еще мы можем с вами договориться, да, браслет-то недорогое, я могу сделать. Ну, доставка там уже, Почта России рулит. Реклама тоже не проплачена. Так, дальше. Естественно, вы можете мне задавать вопросы, как здесь на канале, да, в комментариях, так и в моей группе ВКонтакте. На все вопросы я стараюсь ответить, да. Когда мне задают, можешь ли ты сделать то или другое, я могу это сделать. Вопрос, могу ли я объяснить, как это сделать, это уже совсем другой вопрос. Так, также вы можете оставлять пожелания, какое видео вы хотите увидеть на моем канале, да. Вот, к примеру, в следующем выпуске я хочу вам показать, как будет делаться Monkey First, да, так называемый обезьяний кулак. Да, его мне неоднократно просили показать, то есть показать, как он делается. И думаю, в следующем видео мы кулаком обезьяньим и займемся. Вот. Ну, в принципе, наверное, на сегодня все. То, что я хотел сказать, я озвучил. Подписываемся, ставим лайк. Всем желаю удачи.